Всем привет, меня зовут Арам. Сегодня я вам покажу универсальный метод, с помощью которого вы можете компрессировать и обрабатывать любой тип вокала, независимо от динамического диапазона и его составляющего. Dans le ciel, regarde ta chine noire. Elle est belle. Для обработки вокала я в цепи использую два вида компрессора. Первый компрессор работает на медленной атаке. В данном случае мы воспользуемся компрессором от Softube. Медленная атака и быстрый релиз. Это помогает пропускать пики и не потерять динамику вокалиста или вокалистки. Давайте послушаем, как это работает. Dans le ciel, regarde ta chine noire. Elle est belle. Cécile Papiotte pour toi. На индикаторе видно, что мы получили компрессию на 5 дБ. Elle est charmante. Elle aime le cinéma, séduisante. После компрессора я всегда использую эквалайзер для коррекции вокального тембра. В данном случае мы воспользуемся тем же самым эквалайзером от Softube, Summit Audio Equalizer, с помощью которого мы сделаем чуть-чуть эквализацию нашего вокала, чтобы подготовить для второго компрессора. Выбираю частоту 3,9 кГц, чтобы обеспечивать пробиваемость вокала в миксе. Dans le ciel, regarde ta chine noire. Включаем фильтр, в котором убираем частоты ниже 82 Гц. Dans le ciel, regarde ta chine noire. Elle est belle. Cécile Papiotte pour toi. С помощью 15 кГц я добавил прозрачность вокалу. Elle est charmante. Elle aime le cinéma. В вокале существует определенная комната. Сейчас я с помощью ката убираю его. В принципе, все в плане эквализации. Давайте откроем последний компрессор, с помощью которого уже будем сделать стабилизацию вокала. Поставляем быструю атаку, быстрый релиз, для того, чтобы компрессор моментально срабатывал на материал. Dans le ciel, regarde ta chine noire. Elle est belle. Cécile Papiotte pour toi. Последний компрессор должен сжимать звук больше, чем первый компрессор. Dans le ciel, regarde ta chine noire. Elle est belle. Cécile Papiotte pour toi. Не забываем с помощью ручки Gain делать компенсацию громкости. Давайте послушаем. Elle aime le cinéma, séduisante. Elle pique, elle mord, elle veut encore. Mouche qui colle dans tes cheveux, rayon quand elle te voit sûrement. Un jour tu verras la mouche qui saute sur ta pommette. Данный метод универсален и можно повторить на других приборах. Подписывайтесь на наш канал, поставьте лайки, следите за новостями и до новых видеоуроков. Пока!